Привет, криптоманы, с вами я, Олег Портовый, с обзором на бесплатную раздачу криптовалюты в аирдропе Крипсей. Крипсей – это глобальная биржа цифровых активов и криптовалют. И сейчас проходит первый раунд аирдропа, где мы с вами можем заработать за выполнение задач в социальных сетях до 42 токенов КПХ. Заявленная стоимость одного токена – 1 доллар. Ниже здесь у нас предоставлена вся информация о Крипсей. Кому интересно, можете ознакомиться. И окончание первого раунда бесплатной раздачи токенов 31 октября 2020 года. И что нам нужно, чтобы присоединиться к аирдропу и когда будет распространение и торговля. Переходим по ссылке. Здесь у нас вся полностью информация. Для участия в аирдропе пользователь должен зарегистрироваться и подтвердить электронную почту. Затем выполнить задачи на странице раздачи в личном кабинете. Так, и задачи аирдропа. Регистрация и подтверждение электронной почты. Это обязательно. QS проверка у нас не обязательно, но за нее мы получаем 10 токенов. Сделать первый депозит. Это не обязательно. Совершить первую сделку. Также не обязательно. За выполнение социальных задач мы получаем по 2 токена за каждую задачу. И также мы получаем 2 токена за каждого приглашенного. И вознаграждение на свои кошельки мы получим 1 марта 2021 года. Итак, мы переходим по ссылке, попадаем на страницу регистрации. Здесь мы прописываем свои данные. Имя, фамилия, адрес электронной почты, ваш юзернейм, пароль, повторяем пароль, ставим галочку и нажимаем «Сингап». На почту нам приходит письмо. Мне оно пришло в раздел «Спам». Мы нажимаем на синюю кнопку и верифицируем свой аккаунт. Авторизируемся и попадаем в свой кабинет. Вот так выглядит наш кабинет. Здесь у вас будет кнопка «Сформировать реферальную ссылку», вы нажимаете и получаете свою реферальную ссылку, приглашаете и дополнительно зарабатываете 2 токена за каждого приглашенного. Далее мы переходим во вкладку AirDrop, и здесь у нас открываются задачи, которые мы должны будем выполнить. Проверка QS не обязательно, но за нее мы получаем 10 токенов. Вам нужно будет отправить первую страницу вашего паспорта и сделать селфи с паспортом и надписью Крипсей. Сделать первый депозит и совершить первую сделку – это необязательные задачи. И вот задачи в социальных сетях. Нам нужно присоединиться к Telegram-группе, Telegram-каналу, подписаться на страницу в Твиттере и сделать ретвит закрепленного поста. И также нам нужно будет подписаться на страницу в Фейсбуке и поделиться последним сообщением, и подписаться на страницу LinkedIn, и также поделиться последним сообщением. За каждую задачу мы получаем по 2 токена. Переходим по ссылке, присоединяемся к Telegram-каналу, возвращаемся обратно, и вот сюда в поле мы вставляем свое имя пользователя в Telegram и нажимаем «Отправить». Задание в Telegram мы выполнили, и оно находится в ожидании, на проверке. Давайте выполним еще одно задание. По Твиттеру переходим по ссылке. Здесь мы нажимаем «Читать». И нам нужно сделать ретвит закрепленного поста. Ставим лайк. Нажимаем «Ретвитнуть». Пишем коротенький комментарий. Здесь мы нажимаем «Ответить». И нам нужно будет отправить свое имя пользователя в Твиттере и ссылку на твит. Переходим в профиль. Копируем имя пользователя. Здесь мы возвращаемся и вставляем сюда имя пользователя. Снова возвращаемся в Twitter. Копируем ссылку на твит. Нажимаем вот сюда и копировать ссылку. Возвращаемся. Вставляем ссылку на ретвит вот сюда. И нажимаем отправить. Задачу мы выполнили. Закрываем. Все, наша задача находится на проверке. Итак, далее выполняем остальные задачи. После окончания аирдропа заработанные токены будут отправлены на балансы наших кошельков. Кошелек находится вот здесь. Нажимаем «Кошельки» и нажимаем «Мои кошельки». И уже в марте 2021 года мы сможем обменять или продать заработанные токены на бирже.
Вот здесь эта биржа. И здесь можно будет продать наши с вами заработанные токены. В разделе KPX есть вся информация по данному токену. Давайте перейдем посмотрим. Значит, токен у нас построен на платформе Эфир. Общее количество токенов 100 миллионов. Токен можно будет использовать для оплаты торговых комиссий, участия в IO, программе стейкинга, кредитования. И также токен KPX будет базовой парой и может быть продан за биткоин, эфир, Ripple и другие криптовалюты. Во втором квартале 2021 года здесь также будет запущен облачный майнинг, кредитование и стейкинг. И у нас получается, что заработанные токены мы сможем продать через полгода. Точная дата 1 марта 2021 год. А пока проходим несложную регистрацию, участвуем в аирдропе и получаем бесплатно токены KPX. На этом у меня все. Кому было полезно видео, ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы не пропустить новые обзоры. И помним, что под лежачий камень крипта не течет. Всем удачи, пока!